Браво, девочка. Мне очень нравится смотреть на то, как ты тратишь свои силы впустую. Алло, время вышло. У меня еще 7 минут. Даже 8 тебе не помогут. Брысь. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around. Тебе кто разрешал это трогать, психичка? В детдоме не объясняли, что нельзя играть с электроприборами? Ты не будешь репетировать в мое время! Кто мне запретит, а? Ты что ли? Девушки, что вы опять не поделили? Мы же четко составили график тренировок. Вот видишь, Алисик, не обязательно было срывать мне танец. Алиса, все в порядке. Тогда не вижу смысла отвлекаться, начинаем работать. Привет. Привет. Ты как? Да, устала немного, как обычно. Ненавидят все. Скоро конкурс. Тебе нужно собраться. Я знаю, я соберусь. Вы опять ругались? Можешь не спрашивать, это уже вошло в привычку. Ну, ее можно понять. Она видит в тебе сильную конкурентку. Ты ее защищаешь? Нет. Конечно, нет. Я просто хочу, чтобы ты не отвлекалась на такие пустяки. Ты единственная заслуживаешь грант. Я знаю. Он мой единственный шанс на нормальную жизнь. И ты его получишь. Я верю в тебя. Тогда мы уедем отсюда. И отправимся туда, где никогда не были. Да, да, конечно. Пройдем весь мир. Я тебе обещаю. Ты точно уверена? Да, уверена. Опять до первого? До первого. Когда-нибудь я смогу зайти к тебе в гости. Ага, когда моя тетка уйдет в гости на тот свет. Эй, не надо так. Не хочу туда идти. Один шаг в эту квартиру, и хочется убежать куда подальше. Потерпи. Скоро все изменится. Алиса? Так, все дошли? Не вижу Алису. А ее не будет. Что значит не будет? Конкурс на следующей неделе. Ну... Скажешь тренеру, что Алиса уехала. Зачем? Просто скажи. А она уехала. Что значит уехала? Ну вы же знаете Алису. Она опять себе что-то надумала, придумала и сбежала. Первый раз, что ли? А может быть, просто не выдержала конкуренции? Ну, может, позвонить ей, спросить, где она? Мы уже набирали, там глухо. Вы же знаете, ее сознание для нас потемки. Жаль. Там были огромные шансы. Вы всегда можете рассчитывать на нас. Да я знаю. Ладно, поехали.
Добрым утром. Что тебе от меня нужно? А ты не понимаешь? Скоро конкурс, а ты не хочешь играть по моим правилам. Я отдам тебе грант, только отпусти меня. Нет, так неинтересно. Но не могут же все лавры доставаться такому существу, как ты. Я думаю, твой парень будет рад узнать, что ты снова сбежала. Ну кому нужна сумасшедшая девушка? Серв, не приближайся к нему! Ты ведь и правда нездорова. Тебе надо скорее изолировать. Ну что, дорогая моя, пойдем прогуляемся. Хватит этих пустых разговоров. Почти? Девочки, подойдите ко мне насчет квитанции. Всем спасибо, завтра встречаемся, как обычно. Ой, какие люди и без охраны. Эх, жалко мне тебя. В каком смысле? Мне вот просто интересно, что тебя быстрее убьет? Холод? Голод? Или недостаток сна? Я не понимаю. Но никто ж не знает, когда твоя принцесса вернется из дальнего странствия. Как? Ты ничего не знаешь? Наша Алиса снова сбежала в страну чудес. Подожди. Она мне ничего не... И мне тоже. И никому. Никогда. Как и каждый раз. А ведь я даже не знаю, что ей в этот раз не понравилось. Приятный коллектив. Любящий парень. А ведь обидно, конкурс скоро. Так что ты можешь остаться здесь, ждать ее возвращения, в скором времени замерзнуть. Либо пойти со мной прогуляться, зайти в какое-нибудь уютное местечко. Поверь мне, это будет намного лучше, чем ждать ее второе пришествие. Ну или какое это там уже по счету. Пойдем. Ну пойдем. Ну вот и все. Куда пойдем? В прекрасное заведение, где очень вкусный кофе и очень вкусный десерт. Покушать тебе принесла, золото ты мое. Молча. Вот я же к тебе по-доброму отношусь. Ты разве этого не чувствуешь? Водички? Хавать будешь? Ну, не хочешь, как хочешь. А, кстати, чего я приходила-то? Хотела тебе кое-что показать. Ну, ты не волнуйся. Он сильно переживал. Но я помогла ему все преодолеть. Ну, ты чего, Алис? Ну, нельзя же такое добро без присмотра оставлять. А то попадет в плохие руки, и все. Ладно, все, отдыхай. Я к тебе еще, может, заскочу. Если время будет, а то конкурс скоро, сама знаешь, времени мало. Пока-пока. Стой! Добрым утром. Сегодня конкурс. Ты ведь пожелаешь мне удачи, верно? Испугалась честной борьбы, да?
Знала же, что тебе ничего не светит. Да зачем кому-то соревноваться с таким существом, как ты? Запомни, ты мне не конкурентка. Тогда зачем ты меня здесь держишь? Ты меня просто раздражаешь. Ты ведь ненормальная, психичка. Таким, как ты, вообще ничего не должно доставаться в этой жизни. Какая же ты скотина. А ты чокнутая. Скоро про тебя все забудут. И я сотру тебя с лица земли. Но не реви, солнышко. Я же понимаю, что это наша с тобой последняя встреча. Ну тебе же будет лучше без меня. А мне без тебя. Гудбай, родная. Дорогие наши зрители и телезрители, гости и члены жюри, до начала конкурсной программы осталось несколько минут. А пока у вас есть время, вы можете поделиться со своими друзьями ссылкой на нашу прямую трансляцию в инстаграм-аккаунте и на сайте конкурса. Увидимся в эфире! Настало время нашей последней участницы под номером 13. Встречайте! Hold on, girl, now wait just a minute. Это было бесподобно. Осталось лишь дождаться результатов конкурса и узнать, кто же одержит победу и заберет наш главный приз. Ну а пока я приглашаю на эту сцену гостя нашего конкурса. Ай, какая победа! Детка, ты их всех порвала! Уже все конкуренты к отмела. Вообще, да! У меня и так не было конкуренток, о чем ты? Ладно, 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 все, ты супер. Мы побежали, все, мы побежали в зал, ты награждение пропусти, все, пока-пока-пока-пока. Без меня не начну. Поздравляю, девчонки, поздравляю! Ну а теперь осталась главная интрига нашего вечера. Кто же заберет наш кубок и получит грант на обучение в танцевальной академии? Я думаю, вы уже догадываетесь. Дорогие друзья, я готова представить вам победителя нашего конкурса. Сегодня им становится участник под номером 13, Вероника Калинкевич! Поздравления. Ну и я думаю, ты готова сказать нам несколько победных слов. Да! Как бы это банально ни звучало, но я хочу сказать огромное спасибо своей группе, а также своему крутому тренеру, который до последнего верил и давал мне шансы на победу. Я считаю, что в таких конкурсах каждый должен добиваться успеха своим трудом. По-другому никак. И в конце концов, разбейте мне голову этой статуэткой, если я не заслуживаю эту награду.